начинаем открывать лол из большого золотого шара. Сегодня в видео будет один большой шарик и маленький. И маленькие бомбочки. Начнем с большого шарика. Попалась вот такая вот наклейка. Камень и звездочка. Так, сюрпризы пока оставили. Вот один сюрприз, ребята, вы уже видите. Будем открывать все сразу потом. Шар у нас с одной стороны золотого цвета, с другой белый, как и все предыдущие. Оп. Открывай крышечку, доставай сюрприз. Ой, она сама открылась. Зачем я доставать сюрприз, если она сама открылась? Так, третий сюрприз. И самое интересное. Здесь наша кукла. А здесь еще какой-то сюрприз. Тут попадется какой-то Супермен. Ух ты, а что это, плащ какой-то, да? Да? Класс. Я думаю, Ярослава, что здесь не Супермен, а Супергерл попадется. Не знаю. Это у нас кофточка. Ну, вещи, наверное, этой же куклы. Так, как здесь правильно? А вот так, смотрите, ребята, какая крутая кофта. Она с одним рукавом, если вы заметили. Смотрите, какая у нее обувь. Длинные сапожки. Так, теперь открываем этот. Бутылочка. Прикольная, маленькая. Класс, кто же нам попадется? И самый волнительный момент. Давай, доставай куколку. Опача. Что, Ярослава? Достань эту маленькую куколку. Вот же она в маленьком виде. Две сестрички получились в одном шаре. И, кстати, у нее разные цветом глаза. Да, ребята, очень классно, потому что один глаз у нее такой темно-синий, а другой голубой. Да. Ну давайте ее приоденем. Давайте посмотрим на этого Супермена. Вот такая нам супер тетя Мотя блестящая попалась. Очень крутой наряд. Плащик покажи, как смотрится. Вот. Теперь мы открываем маленькую сестричку, и останутся у нас бомбочки. Я думаю, что эта маленькая сестричка будет у той сестрички. Вот этой вот. Открывай, а я пока покажу ребятам. Кто не видел, в первой серии нам попалась вот такая вот куколка. И вот та маленькая сестричка. Сейчас посмотрим, будет ей сестра или не будет. Опять, ребята, шарик, хоть и маленький, но все равно одна у него половинка золотая, другая белая. Опять шарик! Да, и в шарике еще один шарик сюрпризов. Да. Давай все их пооткрываем и будем показывать. Куколка. Точно она. Круто. Ребят, вы только посмотрите, какая сумка. Это не сумка, а бриллиант какой-то. Да, сумочка сделана в виде бриллианта. Чинга-чинга-чинга-чинга-чинга-чинга. Очень классно. Это второй, получается, просто замочек на шарик. Давай, что там за сюрприз дальше? Для сестрички очки. А я не знала, что она очень-очень-очень модная. И последний сюрприз. Куколка. Ну точно она. Класс. Я же все могу угадать. Ребята, смотрите. Вот это очень классно. В одном огромном золотом шаре нам попались две сестрички. Я всегда хотела, чтобы мне попались две одинаковые, хоть один. А тут даже два. Супер, давай я покажу ребятам поближе этого пупсика. А, так и сидит вообще. Ручки не двигаются, ножки не двигаются. А голова двигается? Не знаю. Двигается. Должна. Вот такая вот миленькая куколка. Давай я
посадим в сумочку. Оп-оп-оп-оп-оп-оп. Я уже не знаю, какое количество у нас этих кукол Лол, но ни одной повторки, как Ярослава говорит, у нас нет. Нет. Мы обязательно сделаем серию и покажем всех моих кукол Лол. Ну а теперь остались у нас 5 бомбочек. Бомбочек. Я сейчас подам воду, и мы будем их запускать. Да, я пока что буду их открывать. Открывай. Так, вот вода. Мы сейчас будем бросать, может быть, по одному, а может сразу и 2 шарика. Мы уже, ребята, почти все открыли шарики, остался вот последний у Ярославы. Смотрите, какие они обалденные. На шарике выбита Лол. Все шарики, они разных цветов. Этот вообще двухсторонний. Этот вот просто такой цвет морской волны. Этот зелененький. Этот такой нежно-фиолетовый. А еще у каждого шарика на донышке была приклеена вот, к примеру, такая наклеечка и татуировка. Вот у меня вот такая вот попалась в честь моих куколок новеньких. Смотрите, еще какая красивая татуировка. Очень понравилась Ярославе. 1, 2, 3, бури! Вот такую бомбу мы розовую забросили. Класс! Ой, это шипит, шипит, шипит. Шипит. Давай покажем ребятам, где он. Шипит, шипит. Смотрите, насколько он уже уменьшился. И на кого он похож? На улей, да? Да, какой-то на улей. А теперь, может быть, бросим сразу все остальные, сделаем вулкан? Давай! 1, 2, 3! Убирай ручки! Убирай, убирай! Смотрите, как оно бурлит! Разными цветами переливается здесь! Разными цветами переливается! Ярослава уже достала первый сюрприз! Пицца. Я уже вижу второй. А еще здесь такой аромат. Вы не представляете, как это все пахнет. Вот какие шарики. Вот видите, ребята, смотрите. Сюрпризики. Где? Где, 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 покажи. Вот, видишь, видны. Бросай, бросай. Ой, какой цвет непонятный стал уже у наших бомбочек. И? А, шипит как. Замочки повсплывали самые первые. Вот такие вот, ребят, замочки. Бутылочка. Ярослава уже достала вот такую бутылку. Очень прикольную, золотую. Я так понимаю, что вот это вот будет на бутылочку. Замочек. Фотоаппарат. А ну. Точно, смотрите, фотоаппарат. Это второй сюрприз, а у нас их должно быть 5. Смотри, сердечко! Ну-ка. С 2 половинок, что ли? Да. О, точно! Ой, смотрите, сколько друзья, много сюрпризов поплывало! 2 половинки сердечка, когда их соединяешь, получается целое сердечко. Так, это 3 получается только я нашла. Где остальные? А, вот. Вау! 4-й сюрприз – это туалетная вода. И где наш 5-й сюрприз? Каждому получается сюрпризу вот такие колечки, но я не вижу 5-го сюрприза. Только 4. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. А, так это было не вместе, не в одном шарике? Нет. Наверное, это точно. Наверное, было в 2 шариках по половинке. Соединили и получили вот такое сердце. Тогда все, да. А сейчас мы вам покажем, что нам попалось в этом большом золотом шаре. Мы покажем вам все сюрпризы. Шар, конечно, очень большой, но сюрпризов не так уж и много. Смотрите, друзья, вот это все, что нам попалось в этом огромном шаре. Ну так мало.